Сегодня в России и странах СНГ, бывших союзных республиках, отмечается День памяти и скорби. В этот день, 74 года назад, гитлеровская Германия вторглась на территорию Советского Союза, начался самый кровопролитный этап Второй мировой войны – Великая Отечественная. Во всех уголках нашей Родины вспоминают тех, кто положил свои жизни на алтарь победы. Первыми удар хорошо организованные, технически оснащенные фашистской армией приняли Белоруссия, Украина, Молдавия, Прибалтика. В первые две недели войны потери с нашей стороны превысили 750 тысяч человек. К концу 41 года без вести пропали почти 3 миллиона человек из 5 миллионов, приходящихся на все годы войны. Впервые общие потери Советского Союза были подсчитаны в 46 году – около 12 миллионов человек. Спустя 15 лет была названа другая цифра – почти 20 миллионов. Сегодня большинство ученых-историков склоняются к тому, что в годы Великой Отечественной погибли на поле боя, умерли от ран, болезней, голода и холода, замучены в лагерях, уничтожены на оккупированных территориях почти 30 миллионов. Война шла долгих 4 года, 1418 дней, 34 тысячи часов. И каждую минуту Великой Отечественной погибали 12 советских граждан. И если по каждому погибшему в стране объявить минуту молчания, Россия затихнет на 32 года.